Мій козачок, і ти крестьяночка. Именно так ласково называли друг друга супруги Дарья и Дмитрий Назарько. Вместе прожили они недолго, без малого 15 лет. Великая Отечественная война навсегда разделила казачка и крестьяночку. Но свою любовь и верность Дарья Ивановна пронесла через всю жизнь. Благодаря этим чувствам она преодолевала все трудности, а их было немало. Горя много-много пережила и живу. В этом году Дарье Ивановне исполнилось не больше, не меньше 105 лет. Особенного секрета долголетия у нее нет. Семья и забота о ней – главное, ради чего должна жить каждая женщина. Работала от зори до зори. В колхозе, говорит. В мусохвозе работала, да. Дома работала, детей воспитывала. Четверо детей, 9 внуков, 14 правнуков и 3 праправнуков. Вот эта гордость и достоинство Дарьи Ивановны. Сегодня она живет воспоминаниями о прошлом, в рассказах и песнях. Копал, копал, криниченьку. У зеленому саду. В зеленому саду. Чи не прийде дівчиненька брать холодною воду?